Много-много лет назад я приехал на гастроли в Австралию. И меня привез администратор к концертному залу и сказал: «Вы посидите в машине, я пойду узнаю, где тут служебный вход». И он ушел. Я сижу, смотрю в окошко и вижу, около машины прогуливаются две очень немолодые женщины. Очень. Одна другую держит под руку, и они еле-еле идут. Вот так. И так проходят мимо машины, и так бросают взгляд на меня. И вдруг одна другая говорит: «Хазанов, что ли?» Так говорит: «По-моему, да». Первый говорит: «Как постарел». Ну, что делать? Что делать? Действительно, так пронеслась жизнь. Тут не успел я оглянуться. Не знаю, как сейчас чувствуют себя эти две женщины, но это было очень давно. Дай бог, может, они живы, здоровы, все.